мы сейчас съехали вот здесь, да, находимся? Да. Значит, нас интересует, как здесь расположена система водоснабжения. Надо с МЧС вместе сделать и посмотреть. Вот этот ручей впадает вот в эту плотину. Да. Значит, соответственно, надо посмотреть, откуда идет вода. И раз такое произошло, это означает, что надо срочно изучить вместе с МЧС, с привлечением других специалистов, хозяйственных специалистов, найти это русло, откуда вытекает вода. Поэтому сейчас, даже говоря о восстановлении дороги, надо учесть, что эти обстоятельства могут повториться. Поэтому исходим из расчета, что стандартный подход уже не годится. Надо делать с запасом, исходя из максимального потока, который здесь сейчас был организован. Поэтому попросим сейчас МЧС, сделайте оперативную группу. Надо найти, откуда произошло накопление воды и как промыло это русло. Надо нам сейчас это будет учесть, такое поручение запишем стандартное. Отчеты все при подготовке к осени и весне, полный фотоотчет всех водопропускных сооружений. С двух сторон, с просвечиванием, светом, чтобы видеть профиль внутренний. И после этого тогда вы будете принимать работу и оплачивать его. Вот они, наверное, забились, да. То есть вот там был входной оголовок, монолитный, там еще входной оголовок валилось. Да. Если мы его не видели тогда. Выбрали стену. Вот. Может, он с той стороны так могу дойти, там нормально. Остатки трубы нашли. Да, в русле Гринкал, что тут наблюдались на территории Вышневолоцкого, Удомельского, Балаговского, Весегонского, Сандовского и Лихославльского района. Значит, силами дорожных организаций, которые осуществляют. Там на Егора Василий тоже будет Я думаю, я так мне прислали еще вчера. Thank you.